Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І з вами, як завжди, прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. Сьогодні говоримо про те, як магазини змушують українців купувати непотрібну їжу та як не піддатися на провокацію. І сьогодні з нами Сергій Черпаков, фахівець з реклами та піару, розкаже. Пане Сергію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи назвіть головні прийоми маркетологів, які спрацьовують у продуктових магазинах? Самые распространенные приемы, которые используются в магазинах, это в первую очередь удачная выкладка. То есть у нее как бы все начинается. Правильно выложенные товары в нужном месте, они провоцируют на покупки. Вот, и заставляет покупателей совершать покупки, даже если они их не планировали. То есть это самый главный залог успеха, правильная именно выкладка товаров. Помимо этого используются дополнительные приемы, как многие слышали, там, запахи. Некоторые магазины добавляют искусственные ароматизаторы, распыляя непосредственно перед входом. Вот, но часто мы можем в наших супермаркетах видеть именно кулинарию, которая находится рядом со входом, и входя в магазин, мы сразу чувствуем эти приятные запахи, которые провоцируют на покушать и купить что-нибудь еще. Также это, ну, самый распространенный запах свежего хлеба, который максимально вызывает желание поесть и повышенный аппетит. И также запах, например, кофе, который при входе тоже нас встречает. Это либо торговые точки, которые непосредственно делают помол кофе, вот, либо же расфасованный кофе, который тоже сразу привлекает к себе внимание и сразу встречает нас этими ароматами. Вот. Ну, это самые такие распространенные, которые используются у нас, ну и в других магазинах продовольственных товаров. Якщо говорити про викладку, от за яким принципом розподіляють продукти для того, щоб люди більше туди підходили? Значить, основне правило, яке використовується, це простота і доступність. Тобто будь-який чоловік, входя в магазин або в відділ з продуктами, має легко бачити товар, який йому потрібно купити. Даже если не тот товар, за которым он пришел, то есть это как минимум на уровне глаз и доступности вытянутой руки. И самое главное, товары как располагаются непосредственно в магазине. То есть если мы обращали внимание, то при входе в магазин располагаются, например, фрукты и овощи, либо же воды. То есть это так называемая зона, где товары продаются хуже всего. Как правило, человек новый, входящий в магазин, он в этой зоне осматривается, ищет свой отдел, прокладывает путь, и, как правило, в этой зоне он не совершает импульсивных покупок. То есть это так называемая зона планируемых покупок. Вот, то есть человек туда идет целенаправленно покупать те же овощи, фрукты, воду, либо другие товары. Вот, и самое главное, на пути его следования должны располагаться товары импульсной покупки, которые он незапланированно может купить. То есть это, собственно, те товары, которые покупаются незапланированно. То есть мы идем за молоком, по ходу увидели что-то еще вкусное, сладенькое, и вместе взяли за компанию, положили в корзинку. Еще самое главное правило, это может каждый себе на заметочку взять, правило золотого треугольника, то есть как используют магазины. То есть золотой треугольник – это условный треугольник, проведенный от кассы до входа, и третья точка – это отдел, где, собственно, в который вы пришли. Ну, вы, наверное, замечали, что вход в магазины находится далеко от касс. И то есть, чтобы прийти к кассам, это нужно сделать большой круг. И по ходу этого круга есть вероятность того, что вы купите дополнительные товары, которые не были запланированы. И вот этот вот, условно называемый золотой треугольник, это то место, где наиболее часто покупаются товары, и человек, проходя этот золотой треугольник, то есть он, это путь, который он вынужденно пройдет, придя в магазин. То есть он минимально короткий путь, и, соответственно, задача магазина в этом треугольнике расположить товары, которые он, человек, дополнительно может купить, придя там в тот или иной отдел. И поэтому в каждом отделе, на пути в каждый отдел есть сопутствующие товары, которые с большей вероятностью человек может незапланированно купить. Что это за товары, как правило? Это какие-то, ну, такие, там, например, солодощи, какие-то там предметы первой необходимости, там, на кшталт каких-то запальничек, сырников. Ну, что, как правило, размещается дополнительно на кассах и для чего? Ну, например, товары, которые
ну, например, пиво, да, алкогольная продукция. Рядом с ними удобно располагать там, снеки, чипсы и все, что пьет, идет к пиву. То есть это делается для того, чтобы человек, придя в этот отдел, далеко не уходил и сразу же, то есть если он пришел конкретно за тем же пивом, то не отходя от этой полки, он сразу же может взять снеки, даже если он их не планировал. Снеки – дополнительные продукты. Если, например, это там, молочные продукты, да, то рядом будет находиться товары, например, запакованными там, сырами, сыром, колбасой. То есть вроде и не нужно было изначально, но в то же время мы же эти товары употребляем, поэтому почему бы их не купить? Тем более они рядом и уже запакованы, то есть возьми просто и положи себе в корзинку. Скажіть, от оці прийоми, як вони діють з точки зору психології от, людини? Як це працює? Работает это просто. То есть, в первую очередь, мы должны понимать, что задача любого продуктового магазина или супермаркета – это управлять потоками посетителей. То есть, все, что делается, это делается с целью того, чтобы можно было ими управлять и прогнозировать эти покупки. Как это работает психологически? То есть, человек, войдя, например, в магазин, он немножко может быть дезориентирован, но чтобы, например, не показать свою дезориентацию, либо долго не стоять, за него уже проложены эти потоки, по которым он 100% пойдет, чтобы не останавливаться. Поэтому психологически это делается для улучшения, что ли, жизни, да, улучшения ориентации и легкости в ориентировании в магазине. То есть человек, чтобы не просто стоял, он будет двигаться, он будет что-то покупать, рассматривать. И, как вы уже замечали, опять же, продукты первой необходимости располагаются в самом конце магазина. То есть, чтобы к ним добраться, это нужно пройти весь магазин. Вот, и по пути, когда человек идет, он, соответственно, рассматривает, что есть рядом, что есть интересного. А, как правило, опять же, рядом есть кулинария, которая пахнет, и почему бы ее не взять и не покушать. И, опять же, там по правую руку будут располагаться товары, например, которые стимулируются в продаже, которые продаются, ну, а по левую руку, как правило, располагаются те товары, которые и так покупаются и не нуждаются в дополнительной рекламе. То есть, если коротко, то сделано для того, чтобы упростить жизнь, упростить ориентацию в супермаркете наших покупателей. А чи існують способи, як покупцям не потрапити ось на оцей гачок? Що ви порекомендували? Значит, самый простой способ, он, опять же, не новый, все об этом знают, но не пользуются, как правило. Первый способ – это ходить в магазин сытым, потому что, когда мы голодные, мы, как правило, совершаем намного больше покупок, потому что нам хочется кушать, мы хотим и то, и это, и закуски, и сладенькое. И, вот, и даже если мы сидим на диете, все равно мы покупаем, потому что бессознательно мы хочем это съесть. Поэтому первое правило – это приходить уже не голодным, а сытым. Второе есть правило – это приходить в хорошем настроении. Потому что, как правило, многие люди, находясь в плохом настроении, заедают свои эмоции, совершая покупки. Ну, есть такое правило шопинга, да, когда девушки ходят шопиться, чтобы спрятать какие-то эмоции негативные, поднять себе настроение, то шопинг в этом случае будет дорогой по сравнению с обычными продуктами. Гораздо легче, дешевле прийти в магазин, скупиться большое количество товаров мелких, но зато наполнить корзину и получить такое моральное удовольствие. И третье правило – это, конечно же, список, если не на бумаге, там, в телефоне или в голове, то есть понимать, зачем мы вообще приходим в магазин. Вот, и соблюдая такие простые правила, мы будем покупать именно то, что нам нужно. Вот, и можно использовать даже с пользой вот эти приемы, когда главный продукт располагается далеко, то как минимум можно прогуляться по магазину и наработать себе шаги. Вот, и это полезно будет для здоровья, просто походить по магазину. То есть можно так к этому с юмором относиться. На що треба звертати увагу, якщо ви купуєте акційні товари? Дуже часто у наших мережах супермаркетів, от, як то кажуть, викидають, да, акційні акції. На що треба, ну, до чого бути більш пильним? Якщо говорити об акціях, то це такой прием психологический, который, наверное, никогда не прекратит пользоваться популярностью. Если говорить конкретно о продуктовых супермаркетах, то этот прием больше пользуется популярностью у пожилых людей и пенсионеров, потому что они больше склонны доверять акциям и скидкам, они
им сложнее проверять, насколько действительно упала цена на товар. То есть они видят красные ценники, видят, что это скидка, и у них уже автоматически срабатывает, что скидка, значит, нужно покупать. Более молодому поколению, ну, даже бабушки и дедушки, они, например, плохо видят, то есть им даже сложнее читать эти ценники мелким шрифтом, это тоже играет свою роль. То есть более молодому поколению, на что нужно обращать внимание, в первую очередь, это на сроки товаров. Потому что в продуктовых магазинах действительно бывают скидки на товары, которых заканчивается срок годности. Это ловушка, на которую многие попадаются. Вот. Есть такие акционные предложения, которые в некоторых супермаркетах предлагают, например, каждую неделю, каждые выходные. Это планированные акции. Вот. Опять же, смотрите, что из этого вам нужно. И если вы знаете о том, что акция запланирована на какой-то будущий период, и товары скидочной категории вам необходимы, соответственно, можно планировать покупку, приходить и заполнять свою корзину товаров именно этими скидочными продуктами. А от з чим пов'язано те, що от, ну, люди все ж таки, от, бачачи от, акційні ціни, от вони вигрібають це як наче в останнє. От, ну, ми знаємо, да, коли там перед весняним карантином минулого року всі вигрібали гречку, там туалетний папір, сіль і так далі. Тобто все одно, зараз начебто ця вже, ну, якась загроза, там невідомість, вона начебто пройшла. Але все одно, ну, там зустрічаються випадки, і нерідко їх публікують у мережі, коли от дійсно люди вигрібають, наче от завтра кінець світу. З чим це пов'язано, як ви вважаєте? Ну, моє личне мнение, що це просто обична жадність. Вот, потому что мне сложно понять, зачем нагребать товары, которые в простой доступности. У нас достаточно большое количество супермаркетов, к счастью, их очень много, поэтому дефицита товаров у нас нету. Это элементарная жадность, то сейчас дешевле, дальше зачем переплачивать, там, если сейчас можно купить впрок, и это будет дешевле. И плюс, опять же, если там, говорить товары, там, тоже туалетную бумагу, гречку, то это создание... Ну, условно говоря, иллюзия безопасности. То есть у меня есть какой-то запас, вот он, у меня есть, что есть в случае сложных ситуаций, да, в случае там карантинных ограничений. Вот. Ну, хотя на самом деле эту иллюзию очень легко развеять, если понять, насколько действительно, если закроются все магазины в городе, да, в один день, то иллюзия эта развеется очень быстро, потому что этого запаса, ну, не хватит, ну, более чем на месяц. Поэтому, ну, это я называю иллюзией, потому что это все иллюзорно и не, надолго этого не хватит. Окрім того, що ви сказали, що діють на людину запахи, от кольори, чи є якісь правила розстановки продуктів, зон, планування щодо, ну, реакції людського мозку на кольори, наприклад? В товарній групі, як і в звичайній, собственно, рекламі, діють правила простоти, понятності і привлекательності. Все, що ярко, все, що виділяється, воно, відповідно, привлекає до себе увагу. Поэтому этим тоже пользуются и продавцы товарных групп. Там упаковки делают более яркие, более креативные, чтобы они выделялись, делают другие формы упаковки, опять же, чтобы они казались больше, чтобы они казались более наполненными, там, опять же, с теми же сыпучими. Ну, как правило, сыпучие там, да, продаются завтраки, у которых огромная пачка, и на донышке там насыпано этого завтрака. Делается с целью для того, чтобы человек покупает товар, понимал, что он покупает больше, ну, и у него складывается такое впечатление, что он покупает больше, больше по объему, ярче, дороже за те же деньги. Вот. И это на самом деле самый, на мой взгляд, противный маркетинговый прием, когда мы стоим, видим полки там того же молока, который, да, тара сокращается, по объему становится меньше, но упаковка становится больше. Вот. И вроде берешь товар там, по одной и той же цене, оказывается, что в итоге купил меньший объем за те же деньги. Вот. Это просто основной сейчас прием, которым пользуются маркетологи, потому что люди, как правило, не сравнивают цены, то есть они видят, что более-менее все в одной ценовой категории, и поэтому берут то, что, например, ярче, привлекательнее или там, известным брендом. А по факту, как я уже сказал, там может оказаться объем меньше, чем у другой торговой марки, которая стояла рядом. Ну що ж, Сергій, я вам дуже дякую, що сьогодні завітали на відкритий. Нагадаю, що сьогодні в прес-центрі відкритого був Сергій Черпаков, фахівець з реклами та піар. І говорили ми про те, як магазини змушують українців купувати непотрібну їжу та як не піддатися на провокацію. Залишайтесь відкритим і до зустрічі!